С 20 августа по 29 сентября в городской студенческой поликлинике начался обязательный медицинский осмотр студентов-первокурсников КФУ. В этом году ожидается, что их число составит порядка 6 тысяч человек. 20 августа начали проходить медосмотр студенты химического института. И сегодня же проходит у нас по графику физики. То есть весь график уже с самого начала уже готовый. И, соответственно, проходят по графику студенты, начиная с 8 утра до 5 дня у нас регистрация идет, а после этого уже допроходят всех остальных специалистов. Нынешние студенты проходят узконаправленных специалистов. В ходе медосмотра учитываются все жалобы для того, чтобы первокурснику была поставлена правильная группа по физической культуре. Стоит отметить, что ежедневно медосмотр проходит порядка 200-250 человек. Все жалобы фиксируются в медицинской карточке студента для наблюдения во время обучения в Казанском федеральном университете. Мы очень заинтересованы в том, чтобы наши студенты были, хорошо себя чувствовали, были в хорошей физической форме, чтобы у них не было никаких жалоб. Ежегодно медосмотр в городской студенческой поликлинике проходят студенты всех вузов города Казани, согласно графику. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.